с Костей в супермаркете. Блин, такие тут супермаркеты. Вот смотришь на все на это и думаешь, нафиг все это надо в таком количестве. Такое впечатление, как будто бы мы живем не в небольшом городе с населением 300 тысяч человек, а как будто бы мы живем в огромном-огромном мегаполисе. Вот это, например, отдел, где продают воду, всякие напитки. Вот куда, ну куда столько вот этих вот напитков, там вот соки. Вот я просто смотрю, и у меня, честно говоря, недоумение, зачем все это надо. И это только маленькая часть магазина. Напитки, 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 напитки. Ужас. А вот это вот пиво. Вот этим вот пивом. Мечта алкоголика. Мечта алкоголика. Это точно. Вот это все. Алкаш. Пиво. Правда. А вот это вина. Весь этот алкоголь. Видите, написано алкоголь, водка, пиво. Борется с курением. Но посмотрите, какое безобразие. Вот это вот все, все, упейся, как говорится. И вот такие отделы, это в каждом супермаркете. А таких супермаркетов здесь много. И вот просто какое-то перепроизводство в этой Европе. И не сказать, в общем-то, что так все прям копейки какие-то стоят. Так, нормально стоит, если... Так много, по идее же, это должно все стоить копейки. Я не знаю, можно, нельзя здесь в этом супермаркете снимать. Ну, я снимаю на свой страх и риск. Вон там, вон молочные отделы. 100 сортов молока. 100 сортов масла. Маргарина. Яйца, вот это вот яйца, 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 вот этот вот весь отдел вот этих яиц. Что с этими яйцами делать? Куда их запихивать? Вот это вот все молоко, разные упаковки, разные цены. А вот это маргарины пошли. Блин, вот это вот все, все, все. Рама, не рама, шмама. Молочные. Йогурты. А вот это вот йогурты. Разные йогурты. Вот это вот все полки с заваленными йогуртами. Йогурты здесь, конечно, если сравнить с нашими, например, ташкентскими, копейки стоят. Там кефир вон на той стороне справа. Молоко, кефир, машлянки. Ёлки-палки! Вот сколько народу должно быть и сколько надо жрать, чтобы это все сожрать. Вон там впереди отдел овощи и фрукты. Вот. Вот. И это... Кость, пошли! И это в каждом отделе. Молочная, всякие актимели. Ананасы, арбузы. Это овощи. Овощей вон, и фрукты здесь дофига. Вон арбузы сверху полосатые лежат. Вот это все грейпфруты, вон арбузы. Испанские. Вот эти вот дыньки такие крупные. Костариканские ананасы. Дыньки. Это что? Это зеленая нагрузка. Бразильская. Манго. Это что, бразильская? Авокадо. Кокосы. Да хоть ты кушай, хоть ты сел, запекай это, ну, куда надо, бананы. Бананы действительно дешевые. Яблоки. Ну, яблоки здесь классные, конечно, больше. Бананы яблоками уешься. Вот, знаете, вот дефицит.
как вспоминаю, вот дефицит, да, вот эти вот дефициты. Если бы из 80-х вот сюда вот, да, вот в эти супермаркеты. Вот это нутеллы всякие, сладости. Вот. А, вот, Кость, покажи, вот, иди ближе. Я вот эти вот штучки очень люблю. Бабочки? Вот бабочки. Эти вот бабочки покупаешь, и потом их вот выпекаешь, уже готовые, да, выкладываешь в печку там с маслом, смешиваешь там с маслом, яйца добавляешь, и очень вкусно получается. Я это люблю, чтобы вот не печь самой. Вот. Это бакалея пошла, сахар. Сахар, разный сахар, мука тоже, казахстанской муки нету. Все, вот это вот все мука, вот эти всякие сырники, частки, ежики, бабки, бабочки, все, вот это перники, это все. Это касса, вот это сладости. Вот так вот живут. Пойдем. Пошли. В общем, вот так вот. А там уже не едательное.